Какое слово у вас ассоциируется с фразой «жизнь ветерана войны»? 99% из вас сейчас про себя произнесли «нищая» или «бедная» или «несчастная». Каждый в России знает, что ветераны войны старенькие, с медалями, их все поздравляют на 9 мая, и они живут в бедности. И они победили в этой войне. Они вынесли самую большую часть невзгод и получают от нашего правительства, которое, напомню, обмотало все себя георгиевскими ленточками, меньше, чем наши союзники и наши враги в той войне. У нас в России участники войны получают от 35 до 43 тысяч рублей в месяц. Это их пенсия. То давайте им сделаем настоящий подарок к 75-летию Победы. Вот я для вас написал очень короткий законопроект. Суть его в том, что солдат-победитель должен получать пенсию не меньше, чем те, кого он победил. Пенсия младшего офицера вермахта составляет 2700 долларов или 188 тысяч рублей. Ну так пусть наши ветераны доживут остаток своей жизни с пониманием того, что государство, правительство и народ ценят их настолько, что платят очень хорошую пенсию.